Когда в цирке работали таланты, любил я перекинуться в карты. Отец был азартным, как его отец. Нужна осторожность, иначе конец. За 4 года под автоматами я втянулся в игру с ребятами. Из группировки смотрящих преступников проиграл деньги, поставил родственников. Они решили, что я отработаю долг. Работая на них, я все сделал в толк. Никогда не был шестеркой-сошкой и всегда пользовался собственной ложкой. Собственной ложкой. У них украл деньги. На что это похоже? Ими погасил свой долг перед ними же. Проклятие.